Уже завершилась первая чеченская кампания, но еще не наступил дефолт 98-го. Многие предприятия разорялись, а люди оставались без работы. В стране росло число криминальных группировок, и почти не было тех, кто мог им противостоять. Сегодня фильм «Брат» называют киноучебником 90-х. Режиссер без прикрас отобразил жизнь. Действие фильма разворачивалось в Санкт-Петербурге с его заброшенными чердаками, бандитскими разборками и рок-музыкой. Сергеем Бодровым режиссер Алексей Балабанов познакомился в 96-м году на фестивале «Кинотавр». Это было началом настоящей дружбы. Я брата ищу. Багров Виктор, он жил здесь. Я брата младше, только 2 дня в Ленинграде. Мне мать его адрес дала, мойка 1, квартира 8. Ну, здравствуй, брат. На кинофестивале в Сочи Бодрову вручали премию за лучшую мужскую роль в картине «Кавказский пленник», хотя профессиональным актером он не был. До этого Сергей успел поработать школьным учителем, спасателем на пляже, журналистом и защитить диссертацию по истории искусств. В картину, режиссером которой был его отец, Бодров-младший попал случайно. Исполнителю главной роли Олегу Меньшикову никак не могли найти партнера по фильму. Тогда Сергей сам предложил отцу свою кандидатуру. Напишем, что взяли в плен 5-2. В том, что его сын – талантливый актер, Сергей Бодров убедился позже, когда посмотрел фильм «Брат». Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Бюджет фильма был скромным, а для Голливуда так вообще смешным. Выделенные 100 тысяч долларов режиссер и его команда расходовали экономно. Снимали на собственных квартирах и дачах друзей. Старались меньше тратить на реквизит. Жена режиссера, она же художник по костюмам Надежда Васильева, предложила сниматься актерам в своих вещах. Недостающие костюмы она нашла в магазинах секонд-хенд. Знаменитый растянутый свитер Данилы Багрова был куплен всего за 35 рублей. Свитер, который я привезла из Финляндии, тогда в такую в полоску, Леша сказал, ужасный свитер, надо в нем сняться. Я приходила там, в своих джинсах, сережках, в своих ботинках. Актриса Светлана Письмиченко сыграла в фильме свою тёзку, водителя трамвая Свету. За прошедшие годы она совсем не изменилась. Впрочем, как и вот это место в Санкт-Петербурге, 5-е трамвайное депо. Разве что сняли с маршрута старые грузовые трамваи. Те самые, благодаря которым по сценарию встретились Света и Данила. Может, ко мне зайдем? А как же муж? Объелся груш. Сегодня она, как в 97-м году, сядет в кабинку, подкрасится и нажмет на педаль газа. Держим ее, все время держим. Все время держим. Теперь назад делаем. Поехали! На съемках фильма Светлане пришлось самой водить трамвай. И первый же съемочный день для нее едва не закончился трагедией. Под колеса к актрисе чуть не угодила художник по гриму. Подошла гримерша Тамарочка, посмотрите, как я выгляжу. Ну и я смотрю, Тамара на меня. Не я на нее иду, а Тамара почему-то на меня движется. И так... Ну, в общем, я вовремя среагировала. Тамара так ничего не поняла. Вот. Но стресс, конечно, был, да. Актер Александр Мурзин сыграл так называемого «братка», бандита Круглого. День и ночь торчите на рынке, на глаза ему не попадайтесь. Переношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Из десятка претендентов на эту роль режиссер выбрал именно его. И это неудивительно. Актер решил пойти ва-банк и на пробы надел все самое лучшее. Вот это вот пальто, в котором я там хожу, красный пиджак. Тогда это было модно, у меня это висело в гардеробе. Ну да, ладно, бандит, значит. Залезал, оделся. Я захожу, сидит Алексей в очках. О, Круглый. Все, все свободны. Присаживайся. Ну, какая?
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. После выхода фильма у актера Мурзина сразу же появились поклонники из криминального мира. Некоторые из них демонстрировали свое уважение к Круглому не только на словах. Однажды прямо к подъезду актера пригнали новенькую иномарку. Ну, это было давно. Просто один, так скажем, приятель из этой серии, посмотрев, что я езжу на разбитые пятерки в «Жигулях», сказал, ну, не солидно. Вот тебе. Бьюик Лесебр, катайся. А вот актер и телеведущий Андрей Федорцов, сыгравший испуганного режиссера Степу, узнал о том, кто такие братки, совсем не из фильма. Капл! Привет, Андрей. Я, наверное, не туда попал. На тот момент молодому выпускнику Санкт-Петербургской театральной академии приходилось неоднократно с ними сталкиваться. Мы же там подрабатывали как могли. Я подрабатывал, например, на Невском, продавал альбомы по искусству. И бандиты все время нас, как сказать, пытались крышевать. Тебя здесь пальцем никто не тронет, я тебе отвечаю. Но и съемки в фильме не сделали актера богаче. На деньги, которые Андрей получил за свой эпизод, он смог купить всего 20 пирожков для себя и своих друзей. Тебя как звать-то? Степан. Ты, Степан, не бойся. Мы тебя не тронем. Но в 97-м году небольшая роль неожиданно принесла актеру и деньги, и признание. Он стал лауреатом Международного фестиваля «Созвездие» в номинации «Лучшая эпизодическая мужская роль». Мне дали красивую статуэтку, золотую свечу и $2000, конечно. Это было... Я как посмотрел, я был в шоке вообще. В то время... Ну, это огромные деньги. Это огромные деньги. Сейчас как, наверное, $1020, если бы, да. Самому Балабанову тоже когда-то помог конкурс. В 1994 году в качестве приза за картину «Замок» режиссер получил грант. Благодаря ему и был создан фильм «Брат». Но снимать кино на злобу дня Балабанову было непросто. Ведь до этого он в основном экранизировал произведения европейских классиков. Царила такая неразбериха во всем. И в политике, и на улицах. Поэтому, собственно говоря, такое время, оно всегда очень хорошо для истинного творчества. То, что Балабанову удалось сделать то, на что был очень сильный отклик публики, это как раз об этом и говорит. Сергей Дебежев оказался в фильме в своем привычном амплуа. Он сыграл режиссера клипа. Раньше у нас было время... Стоп! Кто пустил сюда этого урода? Музыка в кино стала не просто фоном, а неотъемлемой частью сюжета. На протяжении всего фильма главный герой слушает песни Вячеслава Бутусова и его группы «Наутилус Помпилиус». В конце 90-х ДК «Горбунова» было одним из культовых мест, куда съезжались рок-музыканты со всей страны. Вот и съемочная группа специально приехала в Москву на живой концерт любимого Вячеслава Бутусова. В качестве массовки задействовали зрителей, а главных героев снимали без дублей. Эти съемки для Светланы Письмиченко стали настоящим испытанием. Ну и нам с Сережей просто пришлось впрыгивать туда. А потом съемочная группа все сняла, и они ушли. А мы остались там. А как нам выбираться, мы не понимаем. Кислота есть? А башли? Башли есть? Нет. Ну ладно, я Кэт. Запомнившаяся всем тусовщица Кэт в жизни выглядит куда скромнее. Даже в 96-м молодая студентка театрального института не была похожа на свою героиню. Скромная девушка из Якутии только познавала азы работы в кинематографе. На таком сленге я не могла общаться. Это для меня... Была новая речь, новая стилистика. Буратино, оттопыришь 60 тысяч, возьмем по кислоте, а вечером я угощаю. Это было в моей жизни открытие, потому что я не принадлежала никогда к андеграундной культуре. Чтобы вжиться в образ, актриса сама крутила себе косички и подбирала одежду.
Балабанов во всем добивался достоверности. Актеры должны были не играть, а жить перед камерой. А что хотел-то? Попрощаться. Ну, пока. Так в реальность персонажа, которого сыграл Юрий Кузнецов, верили даже бездомные, с которыми он снимался. Я не сидел в машине отдельно. Я себе стоял на улице. Мерзко. Рядом со мной замечательные мои партнеры. Настоящие бомжики. Настоящие. Один дядечка с седой бородой. Такой и босые ножки. Бьет мне своим плечом, а мое плечо тоже вот так. И говорит, а я тебя, как бывшего артиста, вот так уважаю. Чем занимаемся? Все в тумане. Там термин. Его все знают как Мухомора из сериала «Улицы разбитых фонарей». Фильм «Брат» снимали параллельно. Поэтому Кузнецову приходилось быстро перевоплощаться, меняя съемочные площадки. Образ доброго и бескорыстного немца очень полюбился зрителям. Что русскому хорошо, немцу смерть. Премьера фильма «Брат» прошла почти незаметно в одном из небольших кинотеатров Санкт-Петербурга. А вот когда картину показали по телевидению, ее ждал невероятный успех. И Алексей Балабанов решил снять еще две серии. В одной из них Данила Багров оказывается в Москве, а в другой — в Чикаго. Но трилогии не получилось. Хорошенько подумав, режиссер объединил Россию и Америку в одном фильме. Так в 2000 году на свет появился «Брат 2». Извините, не подскажете, где 10-я студия? Боря, все нормально. Во второй части фильма на одну из главных ролей Алексей Балабанов пригласил Ирину Салтыкову, популярную певицу, в которую влюбляется главный герой. На эту роль режиссер рассматривал только ее кандидатуру. Я говорю, вы знаете, я вообще не профессиональная актриса, я не знаю, надо разговаривать. Мне тогда, конечно, было интересно гонорар и так далее. Я говорю, а вы платите? Он говорит, да, конечно. Я говорю, ну я много хочу. Столько не платили ни одному актеру. Вот. Даже самому известному на тот момент. Подъем! Съемки квартиры, в которой по сценарию живет Ирина, проходили в настоящих апартаментах самой певицы. Сегодня она рассказывает, что исполнитель главной роли Сергей Бодров в ее доме был самым скромным гостем. Но самое интересное происходило на улице. Вы видите кадры прямо со съемочной площадки фильма. Съемки проходят в самом сердце столицы. На календаре 1999 год. Я вот тут как раз на родину съездил к сестре своей и говорю, ой, Гайк, ты знаешь, говорю, снимайся на самой Красной площади. Ну, где это видно? Владимир Напевный, режиссер документального фильма о фильме «Брат 2», очень хорошо помнит то время. Ситуация в стране была напряженная. Милиция проверяла каждую вторую машину и требовала показать регистрацию. Паспорт на каждом шагу спрашивает. Хорошо штаны милицейские надел. За отсутствие штампа о прописке из города могли просто выслать. А у половины питерской группы даже не было с собой паспортов. Ну, мы тут как бы стережем тут, пасем. Зато почти у каждого на плече висела большая и подозрительная спортивная сумка. Съемочная группа перемещалась по Москве с каким-то арсеналом оружия. Поскольку по ходу действия там и автоматы, и пулеметы, и гранаты. Ну, периодически нас задерживали, проверяли. Слушай, откуда все это? Эхо войны. Затраты на картину «Брат 2» в десятки раз превысили бюджет первой части. Ведь снимали не только в России, но и в Америке. А до Чикаго довезет? До Сан-Франциско и обратно. Мы узкие, не обманываем друг друга. Организация съемочного процесса со стороны американцев была на самом высоком уровне. Но даже эти мастера захватывающих спецэффектов не смогли соорудить простой самопал, который стреляет горящими опилками. Это оружие ранее неизвестное в Америке.
Это известно. Я ничего не могу сделать. Оружие для Данила Багрова пришлось сделать оператору Сергею Астахову. Он мастерил подобные пистолеты, когда был еще мальчишкой. Фильм «Брат 2» снимали в криминальных районах Чикаго. Туда редко заглядывали даже местные жители. Натерпелись страху и актеры. Мне все кричат, что я нигер. Они, мол, кричат, что вот они говорят, что мы нигер. Нигер. Там меня просто тыкали пальцем, бросали камни. Ужасно. Привет, мальчики, как дела? Внешний вид актрисы шокировал местную публику. Подожди, постой. Что, русская, что ли? Что тебе надо? Ради роли Дарья Юргенс пожертвовала своими волосами и стала абсолютно лысой. На этом настоял режиссер. Я научилась бриться уже по утрам, как мужик вставал утром со станком. Леша решил... Нет. Леша вот решил, что должно быть вот так. Вся абсолютно гладкая башка, как у Вити Сухорукова. Фильм «Брат 2» сыграл знаковую роль в судьбе актрисы. После премьеры на Дарью один за другим сыпались предложения от режиссеров. А домой приходили сотни писем от поклонников. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Обе серии произвели настоящий фурор. Для миллионов зрителей Данила Багров стал героем своего времени. Брат. Горы Северного Кавказа. Именно там выжил герой Сергея Бодрова из фильма «Кавказский пленник» Ваня Жилин. Оттуда вернулся Данила из фильма «Брат». В горы Северной Осетии Бодров уехал снимать и свой собственный фильм «Связной». И больше не вернулся. Трагедия в Кармадонском ущелье навсегда разъединила настоящих друзей Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Сергей и Алексей были очень дружны и в жизни, и в профессии. Неужели шоу-бизнес так отличается от кино? Неужели в кино такие все милые, друг другу не завидуют и любят искренне? А Балабанов Леша сказал, возможно, но есть исключение. Это наша компания просто такая. То есть он всех и сотрудников подбирал, вот каких-то очень добрых, милых, нормальных людей. Балабанов позволял актеру на съемочной площадке больше, чем кому бы то ни было. Он посвящал его в тонкости режиссерского ремесла. Благодаря урокам своего наставника, Бодров-младший снял свою знаменитую картину «Сестры». А ну брось! Многого ожидали и от второй работы молодого режиссера фильма «Связной» по его же сценарию. В качестве помощников Балабанов отдал ему половину своей съемочной группы. В Кармадоне был один съемочный день. Всего мы сняли 2 дня, и это был, в общем-то, второй. То есть первый день это был Владикавказ, Перма, и второй съемочный день – горы. Вот мы уехали в горы, снимали в горах. Про таких, как Игорь, говорят, родился в рубашке. Он один из немногих, кто выжил в той злополучной экспедиции. Мы все сняли, собрались домой, уехали, и сошел ледник. Игорь остался жив только потому, что не сел в одну машину с Сергеем Бодровым. Они меня после съемки позвали туда, сказали, давайте, Игорь, поехали с нами. Я говорю, нет, я не поеду, возьмите Ольгу, гримера, Жукову. Они взяли Ольгу и уехали вниз. Я поехал вместе со всей группой на УАЗике. Автомобиль, в котором был Игорь Гринякин, первым спустился со склона. А через несколько минут с отрога горы Казбек сорвался гигантский ледник Колка. За считанные секунды лавина спустилась к Кармадонскому ущелью, именно туда, где находилась группа Бодрова. Почти 150 человек оказались заживо погребенными под многометровой толщей снега. Я узнал, что у меня есть огромная семья и
и тропинка, и лесок, в поле. Каждый голос, голос, голос. Узнав о гибели близкого друга и коллег, Алексей Балабанов долго не мог прийти в себя. Он почему-то считал, что он должен был находиться рядом с ребятами в тот момент. Это для него был страшный удар. И он, слава тебе, Господи, выкарабкался, не спился, ничего с собой не сделал, слава Богу, а взял снимать жмурки. Черную комедию в Нижнем Новгороде. Он заставлял себя работать дальше, через силу. Таким образом, он спасал себя от депрессии, вспоминает близкий друг семьи Балабановых Александр Мосин. Часто они вместе смотрели фильмы и обсуждали новые сценарии. «Жмурки», «Груз 200», «Морфий». В своих картинах Балабанов поднимал остро социальные темы. Главное, чтобы нас сейчас гайры не тормознули. А ты мигалку купи. Ха-ха-ха, очень смешно. Не то, что приносит прибыль, не то, что модно, а вот реально то, что хотел, то, что в душе у него было, то он снимал. Фильм под названием «Я тоже хочу» стал пророческим. Балабанов сам снялся в одном из эпизодов. По сценарию его герой, тоже режиссер, умирает. Счастья хочу. Балабанов будто предчувствовал свою смерть, о чем часто говорил в интервью. Чем больше ты отдашь, тем раньше ты кони двинешь. В том же году у него обнаружили онкологическое заболевание. Безусловно, он, наверное, чувствовал, что все-таки немного ему осталось жить, как он или боялся, или делал специально фильм «Прощание». Он писал новый сценарий на всякий случай. Спустя несколько месяцев Алексея Балабанова не стало. А через некоторое время не стало и вот этой колокольни. Того самого места, где проходили его последние съемки. Она простояла, по-моему, там 208 лет, это часовня, или часовня, что это колокольня. И вот именно на 40-й день она упала. Режиссер умер спустя 11 лет после гибели своего друга Сергея Бодрова. Я думаю, что они встретились, они вместе. И он так к этому долго шел, долго. Говорил даже, что здоровье у него крепкое. Если бы чуть послабее было здоровье, он бы уже давно был с ними. То есть после трагедии он планомерно, с моей точки зрения, планомерно себя убил. Он все шел к ним, долго шел, 10 лет шел. У меня вообще странное к нему отношение. Он и похож на меня, и не похож, и проще чем-то, и взрослее вроде. Ну, в общем, действительно, брат. Алексей Балабанов обладал не только режиссерским талантом, но и был настоящим мастером слова. Именно ему принадлежала фраза, которая стала своего рода манифестом и основной идеей фильма «Брат». Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вы смотрели программу «Тайны советского кино». О том, как снимались другие фильмы российского кинематографа, вы узнаете в наших следующих выпусках. С вами был Иван Усачев. До свидания.